Сейчас мы идем на улицу Фонариков. Вот там начинается Welcome to. Оля фотографирует индусов, которые приехали на Патонг, на улицу Разврата. Они отродясь только сисек не видели. Из пикантного. Вы, конечно же, интересуетесь, в Таиланде действительно так развит секс-туризм, и там действительно вот столько много чего диковинного и необычного. Да, здесь много чего интересного. Здесь нормально ходить парням за ручку и обниматься, и целоваться. Здесь нормально быть трансвеститом, и это как бы здесь и немножко критикуются, но в принципе тайцы это принимают, потому что для многих семей это выход выжить и прокормиться. Здесь нормально однополые браки, однополая любовь. Здесь нормально, когда русский, либо просто белый европеец под ручку общается с какой-то тайкой, снимая ее на неделю и живя с ней, кормя ее и поя, и, соответственно, пользуется услугами. Здесь много массажных салонов, где вы можете прийти и сделать не только массаж и так далее. Все это есть, но при этом это не навязчиво. Если вы хотите этого, оно будет. Если вы хотите с семьей, либо просто по-человечески приехать отдохнуть, то у вас будет все спокойно и хорошо, и никто вас не будет трогать и туристить. В общем, не парьтесь по поводу этого момента.